Об этом не думаешь, там ухо, нос или еще что-то. Как его, стараешься сконцентрироваться на схватку. Да, конечно, финальная схватка – это последний шаг, но тяжелее, наверное, было полуфинал, потому что и соперница самая титулованная, можно сказать. А в финале тяжелее психологически, потому что ты в шаге от победы, или ты чемпионка, или ты можешь не выйти на ковер, и у тебя второе место. Поэтому или ты чемпионка, или нет.